Выбор ранца для ребенка, идущего в первый класс, дело ответственное. Родителям нужно учесть множество факторов и подумать не только о внешнем виде первого портфеля своего чада, но и о его безопасности, долговечности и удобстве. Памятку для мам и пап по данному вопросу подготовил наш телеканал. Качественный школьный рюкзак поможет ребенку сохранить не только осанку и походку, но и здоровье. К ранцам специалисты выдвигают несколько важнейших требований безопасности. Первый из них – это вес. Для детей младшего школьного возраста вес ранца без учебников должен быть не более 700 грамм. Для среднего и старшего школьного возраста не более 1000 грамм. Для проверки используется соотношение вес ребенка к весу ранца с учебниками и тетрадями. Такое соотношение должно быть не более 1 к 10. Оно является оптимальным. Если рюкзак весит больше, нагрузка на позвоночник и ноги после того, как вы сложите в него все учебники и тетради, будет чрезмерной. Кроме того, на каждом безопасном рюкзаке есть маркировка. На ней указан возраст, на который рассчитано изделие. Не стоит пренебрегать им. Изделие проходит испытания и максимально адаптировано лишь для детей определенной возрастной категории. На маркировке должна быть указана страна производителя, сам производитель, из материалов, из каких сделана эта вещь. И как за ней ухаживать. Если выбираете рюкзак для детей младшего школьного возраста, то формоустойчивая ортопедическая спинка обязательно. Нужна примерка. Оцените, насколько плотно прилегает спинка к спине ребенка. Только полное прилегание без зазоров обеспечит равномерное распределение нагрузки. Также важны и размеры рюкзака. Размеры для первоклашек. Высота должна быть не более 30-36 сантиметров. Ширина 22-26 сантиметров. Длина лямки 60-70 сантиметров. И ширина лямки у верхнего края должна быть 3,5-4 сантиметра. Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Это позволит ребенку безопасно передвигаться по городу вне занятий.